Добрый день, сябры! Приветствую вас на канале «Счастливый садовод». Ну что, друзья, у каждого из нас в саду есть розы, которые хочется продублировать, размножить. Ну, потому что они каких-то выдающихся качеств, а бывает так, что розу просто мы не можем найти в питомниках, она растет у соседки, и нам хочется именно ее. Так вот, мы можем тогда попробовать укоренить черенок понравившегося сорта. На просторах интернет существует, ну, не знаю, наверное, миллион уже видео о том, как надо черенковать розы, и я не претендую на самый лучший совет по укоренению черенков роз. Но за время своего розоводства я попробовала разные способы черенкования, и знаете, даже попробовала вот те, такие фертиперсовые, с миллионом всяких условий. Нет, друзья, вот это все не для меня. Я вывела для себя уже очень давно оптимальную формулу, которая позволяет укоренить максимальное количество черенков. И хочу поделиться с вами своим скромным, обычным способом укоренения роз без всяких лишних манипуляций. Итак, что нам для этого понадобится? Прежде всего, огромное значение имеет почва. Друзья, вот эта почва, которая продается у нас в магазинах с огромным количеством биогумуса или на основе торфа, она не подойдет. Это однозначно. Ну, хотя бы потому, что она быстро пересыхает. А для укоренения черенков один раз пересохнет почва, и можно уже все выбрасывать. Идеально, конечно, если у вас суглинок на участке, тогда вам ничего не придется делать. Это самая идеальная почва для укоренения. Она сохраняет хорошо влагу, и розы в ней прекрасно укореняются. Если у вас в саду нет суглинка, берете садовую почву, одну часть и одну часть песка, смешиваете, хорошо так вот ее прижимаете, и начинаете черенковать розы. Берем для черенкования только зрелые черенки. Поэтому вот это время, конец сентября, начало октября, по моему мнению, идеально подходит для черенкования роз. Объясню почему. Потому что к этому времени, во-первых, все черенки уже вызревшие. Во-вторых, нет ядреного солнца, которое бы где-то подпекло почву и помешало бы розам укореняться. И в-третьих, это самый малозатратный метод укоренения черенков роз, потому что вам не придется их поливать. Скоро уже наступит зима, и вы только весной вернетесь к этому вопросу, связанному с поливом. Зрелые черенки. Какие это черенки? Это черенки, от которых легко отделяются шипы. Когда черенок не вызревший, у него шипы так загибаются немножко. Видно, вот что шип сам по себе мягкий. Значит, этот черенок не вызрел. Как правило, вызревшим черенок является тот, на котором роза уже зацвела и перецвела. Вот этот вот черенок уже вызревший, и он идеально подходит для черенкование. Какое выбираем место для черенкования? Вы можете начеренковать розы и в горшках, но я, например, черенкую розы сразу в открытую почву. Рядом с розой, которая мне понравилась, я с нее срезаю черенки и прямо под ней эти черенки укореняю. Я тогда себя освобождаю от ненужных манипуляций, связанных с обозначением сорта розы. Черенки, которые я укоренила, я не подписываю. Я знаю, что рядом с этой розой я укоренила вот эти же и черенки с этой розы. Время черенкования. Наверное, я повторюсь, но не существует более идеального времени для черенкования, чем середина осени. Я пробовала черенковать после первого цветения розы. Друзья, пробовала. Но из-за того, что, как правило, в это время достаточно жарко, мы при розах не живем, вот, и почва периодически подсыхает. Да даже если живешь рядом с розами, ты ж не будешь вокруг этих черенков с утра до ночи бегать и бояться вздохнуть рядом с ними. Наше розоводство должно быть нам в удовольствие, друзья. И вот середина осени – идеальное время для этого. Когда мы воткнули черенок в землю и забыли о нем до весны. Вот этот вот способ, который я вам описываю, позволяет нам укоренить максимальное количество черенков. Единственное, что я вам хочу сказать, не забудьте, пожалуйста, где-то к июню эти черенки выкопать и пересадить все-таки в место более комфортное для них, потому что рядом с розой в такой полутени им все-таки будет и солнца мало, вот, и избыток будет питания, потому что вы кормите взрослую розу. Понятно, что вот этим малышам столько удобрений не нужно, и эти удобрения излишние будут чуть-чуть угнетать малышей. Имейте это в виду, вот, что в июне в обязательном порядке нужно будет вот эти вот маленькие розки отсадить. Ну и еще важный момент. Действительно, вот этот способ, который я вам описала, он прекрасно подходит для черенкования роз. Но есть такой вот момент, как сорта роз.
Дело в том, что существуют сорта, особенно сорта последней селекции, которые просто невыносимо плохо укореняются. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с какими-то генетическими манипуляциями при селекции новых сортов роз. Это я вам не скажу. Но это факт, что очень многие сорта новой селекции укореняются достаточно плохо. Друзья, сегодня мы с вами для черенкования берем сорт розы Ландлюст. Удивительная роза, выдающихся садовых характеристик. Мне очень хочется сделать дубль в своем саду этого замечательного сорта. И вот я срезала два побега, два вызревших побега. Как мы с вами определяем, что побеги вызревшие, я вам уже рассказала. Сейчас просто повторим. Если от стебля розы легко отделяются шипы, видите, легко отделяются шипы, значит, побеги вызревшие, и они годятся для черенкования. Какими должны быть черенки? Очень часто слышу советы о том, что если черенок розы толще фломастера, то для черенкования он не годится. Друзья, не знаю, мне кажется, это миф. Я пробовала черенковать розы разного диаметра, стебель у них был, и они приживаются неплохо. Я бы даже сказала, что розы, которые чуть больше, чем фломастер в толщине, да, то они даже лучше приживаются. Но сегодня я взяла вот размером стебель с фломастер, и сейчас покажу, какой я подготовлю черенок. Вот я подготовила место, куда я зачеренкую розы. А сейчас покажу, как будут выглядеть черенки. Я беру черенок из трех листов. Раз, два, три. Посмотрите, под нижним листом делаю косой срез. Собственно говоря, косой я сделала и сверху, но это уже не обязательно. Два нижних листа убираю. Один лист остается, и я просто опускаю в почву максимально глубоко погружаю, один лист остается. И такую же манипуляцию я проделываю со всеми подготовленными черенками. Друзья, это все. Я больше ничего делать не буду, даже укрывать не буду сверху. Сейчас при обрезке розовых кустов у вас будет огромное количество материала для черенкования. Поэтому вас очень сильно прошу не сжигать розу, не растрачивать вот этот вот ценный ресурс, а попробуйте ее начеренковать. А сейчас я вам покажу результаты прошлогоднего подзимнего черенкования. Это роза Наутика. Я не отсадила в июне ее черенки, я про них просто забыла. Просто хочу вам показать, что они все прижились. Их было, наверное, штук 4, и все они есть на сегодняшний день. Их я отсажу, в горшок посажу, и они у меня будут замечательно зимовать. А весной высажу либо на постоянное место, либо продам кому-нибудь. И еще огромное количество роз я начеренковала просто в горшки. Сейчас вам покажу результат прошлогоднего черенкования. Друзья, сегодня мы с вами поговорили о черенковании роз, обозначили главные условия при черенковании роз, обсудили важные моменты, которые позволяют увеличить количество прижившихся черенков. На сегодня у меня все, друзья. До свидания.